85-летний народный артист СССР Василий Лановой опроверг появившееся СМИ сообщение о том, что его госпитализировали в одной из московских медицинских учреждений. По словам звезды светского и российского кино, сейчас с ним все нормально. Появившуюся в СМИ информацию артист назвал глупостью. «Все хорошо, я дома», — заверил журналистов РИА Новости. А вот помощница актера Антонина Журавлева уточнила, что актер Московского театра имени Вахтангова все же побывал у врачей. Это было связано с плановым осмотром сосудов, и в больнице Василию Лановому установили специальный аппарат для круглосуточного мониторинга, который в ближайшее время снимут. Больше по теме Василий Лановой не может сниматься в новых фильмах из-за занятости в театре, в свой юбилей легендарный актер рассказал о здоровье и планах. Напомним, об экстренной госпитализации артиста из-за плохого самочувствия накануне сообщили сразу несколько СМИ. К слову, всего несколько дней назад звезда фильма «Офицеры» действительно занемог и не смог выйти на сцену. Из-за этого спектакль с его участием пришлось заменить. Большинство зрителей тогда с пониманием отнеслись к произошедшему. Кроме того, в медицинских учреждениях оказались и певица Юлия Началова, и звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров.